Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, меня слышно и видно так же хорошо, как и в предыдущий раз, а может быть даже лучше. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, начнем. Давайте сначала я представлюсь. Меня зовут Губанов Даниил. Я являюсь бренд-менеджером направления аксессуары в группе компании Digis. И сегодня я хотел бы вам рассказать про бренд Chief. Chief – это американский производитель профессиональных креплений, который входит в холдинг Legrand, а именно в его АВ-подразделение, которое собрало под своим крылом ведущих производителей проекционных экранов, рековых стоек, различных камер ВКС, а также профессиональных креплений. Так что же такое Chief, дорогие друзья? Chief – это ведущий производитель профессиональных креплений. Chief – это качество, Chief – это надежность, Chief – это простота и, самое главное, широкий ассортимент, который включает в себя крепления для панелей, крепления для проекторов, крепления для мониторов и различных панелей управления, а также автоматизированные крепления и лифты. И сегодня я хотел поговорить про самое прогрессивное направление, а именно моторизированное решение от компании Chief. Как дерево начинается с корня, так и интерактивная панель или дисплей начинается с правильно подобной стойки или крепления. И если вы хотите использовать вашу интерактивную панель или дисплей на все 100%, вам не обойтись без качественно подобранной стойки или крепления. Но почему именно моторизированное решение? Есть три основополагающих принципа, зная которые, вы можете подобрать себе правильно качественную и безопасную стойку или крепление. Какие это принципы? Первый – это время. Второй – это безопасность. Третий – это простота использования. Давайте по порядку. Первый принцип – это время. При использовании обычной стойкой с механической регулировкой высоты учитель вынужден тратить время на ручную регулировку. Потому что если вы хотите использовать интерактивную панель на все 100% в классе, это сделать невозможно просто из-за обычной разницы в росте между учителем и учеником. А иногда, или даже не всегда, учитель может это сделать самостоятельно. Ему нужно пригласить кого-то в помощь. И что это приводит? Это приводит к тому, что то ценное время, которое мы могли потратить на обучение ребенка, мы тратим на необходимое, но совершенно не относящееся к процессу обучения действие. Если же вы используете стойку, моторизированную стойку Chief, процесс регулировки высоты из рутинного превращается в совершенно не отвлекающего и совершенно быстрый и не отвлекающий процесс, который не отвлекает от обучения. А широкий диапазон регулировки высоты в 66 сантиметров позволяет использовать данную стойку даже самым невысоким ученикам. Второй принцип – это безопасность. Дорогие друзья, ну вот кто из нас не знает, какими непоседами бывают наши дети, а руки и пальцы засовываются в самые неподходящие места и неожиданные. При использовании стойки с механической регулировкой высоты у вас нет никакой гарантии того, что при регулировке палец или рука не попадет в механизм. Моторизированные решения Chief, все, хочу обратить внимание, они оснащены технологией защиты от столкновений. При возникновении препятствия датчик столкновения сразу же останавливает движение дисплея, чтобы избежать повреждения дисплея, оборудования и, самое главное, защемления пальцев. А интегрированная система организации проводов предотвращает разъединение проводов при регулировке высоты. То есть, соответственно, вы можете быть уверенными, что когда вы будете регулировать вашу стойку, никакой провод не вывалится, и ваша интерактивная панель или дисплей будут продолжать работать. Но это не все. Стойка на самом деле это целый интерактивный центр
Со встроенным... Почему? Потому что у него есть встроенный отсек для размещения оборудования. Кстати, хочу обратить ваше внимание, он с магнитными крышками. Доступ в этот отсек осуществляется через крышку, через магнитную крышку. И, соответственно, из вашей обычной стойки можно сделать настоящий интерактивный мобильный центр, который включает в себя не только стойку и панель, но также вы можете в это пространство интегрировать компьютер, интегрировать приставку и совершенно любые вещи, которые вам нужны в обучении. Третий принцип, о котором я говорил, это безопасность. Ой, это не безопасность, а простота использования. Простите, пожалуйста. Простота использования. Когда при самом, в самом начале, при сборке стойки Chief, она как бы вам говорит, да, я сделана человеком и для человека. Потому что для того, чтобы собрать стойку Chief, вам не нужны никакие специальные навыки или знания. А технология Control Zone для тонкой установки высоты и уравнивания после установки самого дисплея позволяет вам даже самому неподготовленному человеку собрать полный готовый комплект. Так какие же моторизированные решения? Я говорю о них, говорю, но так и не показал еще. Смотрите, это мобильная стойка, это пристенная стойка и настенное крепление. Все эти моторизированные решения выдерживают колоссальную нагрузку до 140 кг. И они рассчитаны для дисплеев до 100 плюс дюймов. Но вы знаете, не всегда все используют такие большие панели. Согласитесь, если у вас панель меньше, вам не нужна такая достаточно большая стойка. А как я уже говорил ранее, компания Chief делает оборудование для людьми, и для людей. И она пошла, можно сказать, навстречу. Да не только навстречу, она пошла просто вот по той тенденции, которую показывал рынок. И выпустила новые моторизированные стойки, которых отличие, основное отличие – это меньшие габаритные размеры, но при этом они сохраняют такую же ширину диапазона. И самое главное, что эти стойки стоят дешевле. Отличный выбор. Да, конечно, у них нет встроенного отсека для размещения оборудования, но если вам вдруг оно не нужно, почему бы нет? Это отличный выбор. Легкость управления моторизированной стойкой Chief может удивить даже самого искушенного пользователя, потому что есть огромный выбор разных управлялок. Первый – это, конечно же, встроенная панель управления на самой стойке. Но не всегда. Дорогие друзья, не всегда это удобно. Учителю каждый раз подходить к стойке, каждый раз ее регулировать. Нет. Chief знает о таких проблемах, поэтому оно выпустило настоящий прогрессивный аксессуар, состоящий из Bluetooth-дангла и пульта дистанционного управления. Но вы знаете, да, удобно, да, отлично. Но что такое пульт? Вот мой коллега ранее говорил, что пульты, надо отказаться от них, потому что их можно забыть. Их можно потерять. Да все что угодно может с ним случиться. Водой залили, поливали цветок, водой залили, все, пульт не работает. Поэтому компания Chief сделала настоящий, по-настоящему революционный шаг и сделала управление своими моторизированными стойками с помощью вашего мобильного устройства. Как это происходит? Вы покупаете Bluetooth дангл, вставляете вашу стойку, скачиваете мобильное приложение на ваше мобильное устройство, там планшет или мобильный телефон, скачиваете приложение Desk Control и спокойно можете управлять моторизированной стойкой, используя полный функционал. Ну что, дорогие друзья, моя мини-презентация подошла к концу. И хочу вам сказать еще, дорогие друзья, так же, как и дом начинается с печки, так и любая интерактивная панель или дисплей начинается с правильно подобранной, качественной и безопасной стойки. А компания Chief и компания Digis поможет вам сделать правильный выбор, о котором вам никогда не придется жалеть. Диапазон регулировки высоты, диапазон регулировки высоты 66 сантиметров. А от центра пола, там, если я точно не ошибаюсь, высота будет именно от пола 1 метр 100 сантиметров до 1 метра 716. Вот примерно так.
И, кстати, да, дорогие друзья, если есть какие-то вопросы, вы можете обращаться. Кстати, Кирилл, вы можете зайти на наш сайт. На нашем сайте есть вся необходимая информация digis.ru. Вы можете найти данные стойки в поиске. И там во вкладке «Документация» есть чертеж данной стойки. И как раз со всеми размерами. Ну что, дорогие друзья, есть какие-то вопросы? Давайте я посмотрю чат. Плюсики, 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 плюсики. Спасибо вам за ваши плюсики. Ладно, спасибо большое, дорогие друзья. Рад был вас видеть на моем вебинаре. Если что, пишите, звоните. Все мои контакты всегда вы сможете найти. Спасибо, до свидания, дорогие друзья.